И снова всем welcome, это снова я, DNGP. Сегодня замечательная погода, и как видите, я нахожусь в парке Уэна. Ну, можно сказать, рядом. Тут покемоны, музей, большой кит. И тут проходит сейчас фестиваль. Филиппин Экспо называется. Мы сейчас пойдем посмотрим, что там. Там мисс Филиппин должна быть. Вообще, на самом деле, я здесь первый раз в этом парке, именно с этой стороны. До этого я всегда был с левой стороны, заходил, и там гуляли, мы смотрели на сакуру. А сейчас я зашел с правой стороны. Тут разные муниципальные здания стоят, исторические. Как видно, сегодня у нас замечательная погода, и можно погулять. Хотя обещали грозу. Но, к счастью, ее отменили, и спокойно можно погулять. Вот историческое здание. Не знаю, сколько ему лет, веков, но выглядит классно. Вообще, на самом деле, здесь много народу. Я пойду зайду вовнутрь, пока вам без комментариев просто покажу. Вчера, кстати, здесь же тоже был конкурс этот, как он называется, ну, короче, геев тут выбирали, мистер гей, но вчера я сюда не ходил, мне это как бы не особо интересно, сегодня был просто рядом, на Акибу заезжал и тут решил заехать вот на фестиваль. Там барбекю очень много. This is the exit. I can't enter. Ладно, пойдем посмотрим. Вход где? А вход с этой стороны. Venue entrance, вот. А вот, кстати, Russian Expo не проводится в Японии, я не знаю почему. Видимо, комьюнити русских не такое большое, чтобы устраивать такие мероприятия. Тут много очень спонсоров тоже в этом мероприятии поучаствовало. Поэтому им разрешили здесь провести. Вот флаги. Филиппин Экспо 2022, Уэна Парк, Токио. Барбекю, разная еда, традиционная филиппинская. Личона не видать, но думаю, его слишком долго готовить, поэтому его не стали здесь. Вот это кумар. Ё-моё, вот это очередь. Слушай, а как я туда буду заходить? Ядрён воша. Тут, походу, ждать придется до вечера. Если не больше, да? Слушай, ну я не буду, наверное, стоять ждать. Кондоногайно мачимаска, сыну. Больше всего я не люблю стоять в очередях. Вот это вот нафиг, блин, просто. Если тут на этот ивент тут надо простоять час, да я лучше снаружи поснимаю, я манал, что я там пойду. Да, на самом деле здесь можно и снаружи что-то увидеть. Вот, пожалуйста, обезьянки там. Сколько там обезьянок стоит, а? Ну вон, я имею в виду на этом плакате панги.
А тут заходишь внутрь, еще, короче, ждешь в очереди на то, чтобы купить еду. Офигеть просто. Вон они там прыгают. Пойду я обойду с другой стороны. Да, народу дофига. SBI Remit. А, ну это известная контора. Remitans, которая. Типа пенсионные вклады. Ну мы просто погуляем, посмотрим. Ё-моё, там вообще не протолкнуться, посмотрите внутри. Толпа стоит просто друг на друге практически. Не, это, конечно, жесть. Видимо, да, с местом ограничено здесь, как бы им выделили определенный участок. Естественно, они не могут здесь широко сделать. Мани трансфер. Ну, вот вообще-то можно и здесь зайти, как бы. Договориться там просто с пацанами, чтобы это пропустили и все. Чтобы не стоять в этой очереди и не ждать. Ну ладно, мы не будем читерить. А есть выход, да? Блядь. Что там? Кто там? Зонтики нифига не видать, а слушай. Нифига не видно, короче, первая помощь, я вот вижу, там стоит. Слушай, а ну у них там это таглиш, в общем, как обычно. То есть половину. Английский, половину тагалок. Ну ладно, чё. А, кстати, security, белые парни стоят. Прикольно. Ну ничего, посмотрим, что там. Никого не видать, правда. Ладно. А вот. Знакомые какие-то майки. Где-то я это уже видел. Да, блин. Слушай, а тут у них вот здесь пати идет. Снаружи устраивают. Но внутрь я там не пойду. Что там делать? Там программа сейчас музыкальная. Там местные... Эти танцы, местные известности приехали сюда, выступают. И вот, как говорили, там мисс Филиппин будет. Ну, не знаю, есть ли смысл стоять час в очереди, чтобы потом просто там посмотреть на сцену. Там уж все закончится к тому времени, я считаю. Ладно, ну а мы что, пойдем посмотрим здесь вокруг. Кстати, хороший Starbucks сделали, большой, в Военно-парке. Я его вот не видел раньше. Возможно, давно уже стоит. Просто я, как говорил, я с той стороны всегда заходил. Я с этой стороны не был. И вот они здесь построили огромный Starbucks. Я не знаю, на сколько мест. Но классно. Посидеть можно. Go Japan. Тут все дела. Погнали. Слушай, ну да, тут даже и без этого народу дохренища сидит, отдыхает. Но, видимо, народ на пикничок пришел погреться. Как раз сейчас хорошие деньки пошли, тепло, нормально стало. Не так, как раньше. То раньше было совсем дубак вообще. Я просто охреневал, значит, лето, уже июнь месяц, а на улице 15 градусов, как практически зимой. Март месяц или февраль. Ну, то есть холодно было.
Я думаю, надо пройтись, посмотреть, что тут вообще есть. Что к чему. Горки. Горки разные. Ну, закрыты, правда. Как видно, в основном филиппинские семьи здесь. О, какие. Очень мягкое покрытие. Это прям вот такой вот слой резины там, по ощущению. Да, да, мягко. Падать не больно будет. Тут зоопарк Уэна. Если кто не знал, в зоопарк я не ходил. Также могу сказать, что в планах пока. Возможно, в этом году сходим с семьей там в парк, в зоопарк. И, кстати, насчет вот парковок, вот это тоже такая проблема. Здесь, как видите, вот за моей спиной стоит куча велосипедов. И с той стороны там велосипедов куча. А мотопарковок вообще нет. Но есть одна около прям входа в Уэна-станцию. Но там мало места, и она забита постоянно. Поэтому, если хотите такой типа лайфхак, вот с той стороны, где я начинал, где покемон, там музей, вот там можно заехать, и там поставить можно байк бесплатно. Потому что в центре города обычно все парковки платные. Но вот здесь, в парке, есть и бесплатные зоны. Там рядом с велосипедами ставишь и ок. Это вам лайфхак такой. Ну, а если вы на велике, то можете прямо сюда заехать. Как видите, здесь много велосипедов. Народу полно. Филиппинские ребята вообще веселые. Мне нравится. И их очень много в Японии. Япония – это одна из самых таких популярных для Филиппин стран, куда хотят поехать многие филиппинцы на работу, на учебу. Kitchen Manila. У них тут очень много, кстати, кафешек разных. Я знаю, один из самых известных магазинов филиппинской еды — это Anna's Trading. Находится в Сайтаме. Там можно купить филиппинские продукты, если вы любитель. Мне, например, нравится там сисиг или синиган, приправы разные. Очень много разных вещей продается из Филиппин оригинальных, поэтому можете погуглить, если вам интересно. А так, в Токио ресторанов тоже прилично встречается филиппинской кухни. Ну и цены недорогие, не дороже, чем какой-нибудь индийская или китайская кухня. Я заходил обычно где-то вон там, вот сюда вообще редко мы заходили. И поэтому я этот зоопарк и вот этот Starbucks не видел. Вот эта толпа, да, на ивенты. Такие ивенты — это, конечно, редкость в Японии вообще. Но раз в год где-то устраиваются. Самая известная еда, которая на ивентах продается, это барбекю. Конечно, на шпажках такие куски мяса, свинина обычная, либо курица. И это, конечно, вкусно. Они маринуют их также, это не как в Японии. Вот мы сейчас, кстати, можем пройтись сзади, посмотреть, что готовят. Что тут готовят? Барбекю. Барбекю, да. Курица там, еще что. А это эти, лонганиса, да. Лонганиса. Это типа сосиски такие. Ребята гуляют с пивком. Конечно, сюда надо приезжать не на транспорте, а на автобусе или на поезде. Тут что-то даже варят. Какая колоритная женщина. Что-то там кричит. Nene's Kitchen, филиппин ресторан и бар. Кстати, можно увидеть, сколько там народу внутри. Это жесть вообще. Акабане Бусан Ком.
тот еще. PayForex, best way to send money, PayForex, не знаю, что за PayForex, но Western Union я знаю, дорогая контора, Western Union, Алох или что это? Отсюда, кстати, хорошо видно. Я их не знаю, честно. А ну вон она, кажись, мисс Филиппин, это в синем. Вот она спускается. Как я уже говорил, здесь приехало очень много филиппинских певцов и певиц. И они поют популярные песни бесплатно. Да, это вход бесплатный для всех желающих. Может туда прийти и послушать, покушать. Вообще, на самом деле, надо почаще такие ивенты посещать. Ну, на примере, вот Октоберфест, тот же самый, Филиппин Экспо. Это хороший способ познакомиться с культурой этой страны, попробовать кухню, посмотреть какие-то игры разные, традиции, еще что-то. Даже не выезжая из Японии, что очень хорошо. Фонтан, красота просто. Камера постепенно нагревается, скорее всего придется скоро выключить. Несмотря на то, что солнце уже низко и не так сильно жарит, но все равно сейчас около 4 вечера, примерно 4 часа, и все еще ощущается вот этот ультрафиолет сильный. Нагрев идет. В музей покемон я еще ни разу не ходил. Наверное, интересно. О, а здесь что-то какое-то... Интервью, не интервью, кто это вообще? Ну-ка, давай-ка посмотрим. Медиа, какая-то медиа. Кстати... К сожалению, на дронах здесь не полетать. Но это логично на самом деле, потому что рядом находится резиденция императора. Ну тут, ну как рядом, пару километров. И на дроне перелететь отсюда до туда вообще не составляет проблем. А там уже был инцидент, когда дрон упал на крышу этого резиденции императора, и полиция была очень... обеспокоена данным фактом, искала, кто же это сделал. Возможно, он как-то следил там за этим императором и мог какие-то вообще навредить ему. Из-за этого весь центр Токио закрыли для полетов. Поэтому во многих парках вы можете увидеть данные плакаты, как вот на примере этого. Это Уэновский парк. Полицейская станция запрещает полеты на дронах. Очень много охранников ходит, и если вас здесь засекут с дроном, что вы управляете, штрафы очень большие, серьезно говорю. А это какая-то медиа, я не знаю, кто это. Ну, видимо, она не молодая, такая певица. И тут снимает с двух сторон аж.
Вон то место, парковочка небольшая с велосипедами, про которое я говорил. Там можно припарковать свой скутер или байк. Прямо рядом с этим музеем. Это Pokemon Fossil Museum. Вход вон там. Здесь написано, что sold out следующий. Онлайн-букинг. Для взрослых 1200 йен, для детей 400 йен. Поэтому, если вы хотите, вот можете здесь зайти. Но сейчас говорят, что sold out на данный момент и на сегодня уже закончился. Давай спросим, что там. Смасен. А мо кё канрёдес, не? А кно... Биджитскан, деска, наньга, нака не нан дескасно. Это, これ Pokemon の... Хай. はい。ポケモンのキャラクターにじゃないか、化石のフィギュア。フィギュアとかいろんなキャラクターですね。似たようなキャラクターと一緒に比較して。この何かの動画とかいろんなありますか、その中に。 ないです。フィギュアだけですね。フィギュアとあと、え、文章が。あ、文章。あ、説明の文章ですね。なるほど。この何日、19日までですね。はい、そうですね。あ、もうすぐ終わりますね、来週の。そうですね。チケットはもう全部ソールドアウトしてるので。あ、19日まで？19日まで。おお。なので、キャンセルを、キャンセル待ちをウェブで。 あ、ウェブで、予約できますね。なるほど。なるほど。すごい、なんかもう。一週間、了解しました。じゃあ、また、ちょっと見てみます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。В общем, такие дела. Музей открыт до 19 июня, но все билеты уже распроданы и... Не то, что на сегодня, а до конца этого ивента, то есть до конца следующей недели. И, к сожалению, вряд ли удастся уже купить билеты, потому что только если кто-то откажется. Ну, тут одна неделя осталась, вряд ли кто-то будет отказываться, блин, в последнюю неделю. А здесь Permanent Exhibition Entrance. И вот здесь находится... У них покемоны эти, вон они, музей, там музей-шоп. В общем, что там внутри? В основном это фигурки и, ну, плюшевые разные игрушки. Ну, characters, да, это эти, ну, герои этого аниме в основном. Никаких там мультиков там или аниме, или видео, что-то такое не показывают. Да, литература небольшая, есть памфлеты и вот эти вот фигурки. Фигурки большие, маленькие и разных, в общем, размеров, разных материалов. Ну вот отсюда видно, вон они стоят там, фигурки. Магазин, конечно, там есть. Записаться можно здесь. Я не знаю, что это за... А, здесь Национальный музей естествознаний и науки. Угу, понятно. А вон паровоз, кстати. Ну-ка, интересно, я могу паровоз снаружи заснять, чтобы туда не заходить? А то, мало ли, вдруг народ сейчас скажет, ой, что ты там. А здесь нельзя, ну ладно, давай сюда. Вот это махина. А здесь находится Special Exhibition Entrance. Я даже не знаю, что там за выставка. Exhibition — это выставка. Кстати, скоро будет выставка Japan Drone, и я планирую туда пойти. Там будет интересно.
Джем спешл. А, ювелирка там. Выставка ювелирки, 2000 йен вход. Понятно. Поезд огромный. Паровоз. Красивый. Паровоз зачетный. Если будете здесь, обязательно посетите. На самом деле, таких паровозов по Японии очень мало осталось. Это вот один из немногих паровозов в Токио. Есть еще в других городах, но я их там редко встречал. От силы максимум 2 я видел. Вот такой небольшой обзор парка, можно сказать, да? Небольшая прогулка на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании, где я буду публиковать все изменения о канале и новые видео. Ну все, до новых встреч, увидимся!